По поводу узбечки, которая решила родить в городе Владивостоке прилюдно. Еще Сент-Экзюпери сказал, мы ответим за тех, кого мы приручаем. А все наши республики постсоветского пространства, как ни крути, все равно ориентированы на нас. Так оно было, так оно и есть. И по сравнению, по крайней мере, со среднеазиатскими республиками, да, у нас условия лучше. Если мы очень богатое государство, можем позволить всем рожать у нас, давайте это сделаем, пусть это будет акцией. Давайте из этого что-то извлечем. Это будет, притом, я имею в виду, акция не рекламная, а акция человеческого характера. Если для нас это сложно, потому что, насколько я понимаю, и у нас родить очень сложно, и нашим согражданам, давайте как-то регулировать миграционную политику. Потому что то, что касается мигрантов, это тоже, да, некая разменная карта, которую используют. То их много, то их мало, то они хорошие, то они плохие. Они не хорошие, не плохие, их ни много и ни мало. Есть политика, которая либо ведется грамотно, либо ведется безграмотно. В данной ситуации налицо абсолютно безграмотная миграционная политика, причем даже без некой, как говорится, да, должна быть и у государства национальная идея, должна быть в миграционной политике некая национальная идея, которая определяет, как, по каким признакам, кому позволять мигрировать и перемещаться.